Ну, Бостона выжили, да? Бостону не нравится, что делают с его цветочками, но зато всем остальным очень нравится. Все пришли. Нет, не все. Раз, два, три, четыре, пять. Шестого. А, шестой сверху наблюдает. Шестой вон, да. Самые активные девчонки. Я вам сделаю лучше, будет. Будет лучше. Вот так. Ай-яй. Бастет. Ай-яй. А канаты, кстати, на даче может быть использовать. Драный? Ну, а что он там? Бастет. Бастет. Ай-яй-яй. Что-нибудь перетянуть там? Какие-то. Сзади тебя бланес. Он пришел. Шестой не выдержал. Вот так вот помощники. Бостон вернулся. Иди, иди твоя лежанка, иди. Ну что, следующая серия будет, где мы начнем обматывать. Если нас тут самих. Помощь продолжается. Как вы видите, самые активные это девочки. Так, кто там пришел? Мама пришла. Ну-ка. Черти в юбках. Бьюти. Бастет. А теперь мама покажет мастер-класс. Вот так, да, Лоночка. И Хьюсик пришел. Хьюстон. В общем, все. Всем очень интересно. Да, это, нет, это... Бостон. Больняшь, Бостон, Лона, покажи, Лона. Чье? Чье это Бостон? Покажи. Вот так. Лона, да, твое все, Лона. Вот так. Отдай, Лона. Добропорядочная мать. Играет как котенок. Да, она маленькая тоже. Сколько? Два года, едва. Ай-яй. Ай-яй. Ну не терпится проверить. Там за дверями помощники. Лапы, выпустите меня. Либо впустите их. А? Первый тест пользователя. Бостон, нравится канат? Все мое. Все нормально. Все мое. Канат, все хорошо. Здесь только, да, не доделали. Вот тут не доделали, да? Зато Бостон. Только ты можешь достать со своим ростом. Ты Хьюстон. А дети маленькие не смогут. Пусть растут. Пусть растут и вырастают. Да? Американская дорога. Вот обратите внимание. Вот идет такая вот. Вибрация по всей машине. Я просто не понимаю, как мужики возят своих жен, которые работают с ними, они ночью спят на вот этой вот палке, да. И там вот это вообще, я хоть на амортизаторе сижу сиденье, а там просто жесткая кровать за кипит. Бостон рад, как младенец. Вот так, она приносит... Пойдем на место поставим, Бостон. Старуху, пойдем поставим на место и докупим каната. Бостон!